Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые жюри! Мы приветствуем вас на первом этапе конкурса «На крыльях успеха». Встречаем на сцене военный факультет. Бугуир мечтали, когда ЦТС давали, поднимаясь выше каждый час. Теперь с друзьями вместе, на лучшем в мире месте, и про него расскажем. Сейчас здесь люди очень сильные. Смотри, вон девушки красивые. Фраза была лишняя. Рассказ про нас продолжу я. Неужели он стала жизнь моя, как сладкий сон? Здесь всех собрали, чтобы в этом зале мы все рассказали. Привет, Бугуир! На сцене военный факультет. И сейчас мы расскажем немного о нашем факультете. После этого некоторые захотят узнать немножко больше, а некоторые, может, даже и поступить. Конечно же, должно быть что-то. Итак, внимание на экран. Мы живем на самом лучшем факультете, и все остальные факультеты нам завидуют. Ведь только мы встаем в 5:30, чтобы прийти на пары к 8. Только мы используем стадион зимой. Только у нас есть общежитие. Нас кормят. Мы получаем большую стипендию, но нам все равно чего-то не хватает. Только из-за нас заканчиваются деньги в банкомате и сырки в столовой. Только для курсантов придумали аттестацию. Только курсанты умеют спать в любом агрегатном состоянии. Только наш факультет всегда открыт для вас, но закрыт с 22 до 6. Только у нас есть VIP-клиенты в Лидо. Только у нас все отсутствия на парах по уважительным причинам. Мы гордо называем себя курсанты, а остальные завистливо говорят «военные». И все равно мы ваши, ваши военные. Вы думаете, что это за харизматичный, красивый парень? А это заместитель секретаря Белорусского Республиканского Союза Молодежи Евгений. Поддержим его аплодисментами. Доброе утро, курсанты! Или сейчас уже день. В общем, я представляю Белорусский Республиканский Союз Молодежи в нашем университете. И хотел бы рассказать пару слов. Наша организация занимается организацией досуга молодежи. Основные направления нашей деятельности являются волонтерское движение «Доброе сердце», студрядовское движение, ну, также мы организуем всякие досуговые мероприятия для молодежи. Например, вот наша обычная акция – согреемся вместе, где мы вас напоим чаем, угостим шоколадкой, печеньем. Также мы проводим наши акции, выбираем студотряд для студентов, которые хотят устроиться летом. Мы им помогаем найти работу, также находим работодателя, помогаем выбить заработную плату и так далее. И сейчас хотел бы провести небольшую акцию вот у нас, чтобы, так сказать, начать наше с вами общение. И вот сейчас увидите на экране генератор случайных чисел. И на счет три давайте поддержим генератор, давайте аплодисменты. И на экране сейчас появится цифра номер 52. Подойдите, пожалуйста, кто-нибудь, у кого номер 52. Поддержим человека. Так, подарок.
Так, следующий номер у нас номер 100. Курсант с номером 100, поднимитесь, пожалуйста, на сцену. День добрый. Сейчас я вас спрошу, как вас зовут? А почему вы вступили на военный факультет? Сложный вопрос. Сам задаюсь им до сих пор. Спасибо, получите свой подарок. И последний победитель на сегодня. Курсант с номером 4. Поддержим. Как вас зовут? Вова. Вова. Все, поздравим Вову. Спасибо вам большое. Очень хотелось бы увидеть вас в рядах нашего актива. И продолжайте сотрудничать с нами. Спасибо вам большое. Поддержим Евгения Николая. Все вы знаете, что каждый военный должен хорошо танцевать. И на прошлой студенческой весне мы это доказали. А сейчас я хочу доказать, что каждый курсант умеет танцевать вальс. Сейчас я выберу абсолютно случайного курсанта. Я не знаю, кто это будет. Вот, допустим, вы четверо, ребят. А сейчас вы подумаете, что они подготовлены, но нет, просто ребята пришли по парадной форме. А, итак, кавалеры, приглашаем дам. Аплодируем нашим парам. Они волновались, скорее всего. Сейчас мы определим, какая же пара была лучше с помощью ваших аплодисментов. Итак, пара номер один. Пара номер два. Пара номер три. И пара номер четыре. Пара номер три. И пара номер четыре. С помощью ваших аплодисментов мы определили, что лучшей была пара под номером четыре. Вот, ребята, от нас небольшой презент. Поддержим наши пары. Сейчас мы расскажем небольшую историю, но она будет необычная, а необычная она будет тем, что мы расскажем ее с помощью вас. Итак, представим, что я обычный абитуриент, и я хочу поступить в одно из высших учебных заведений. Итак, на выбор у меня есть БГУ, БГУИР и БНТУ. Куда мы пойдем? БГУИР. Хороший выбор, вы что-то знали. Конечно, мы выбираем БГУИР, и мы поступили в него, он всегда открыт для нас. Далее мы видим человека из приемной комиссии. И сразу вопрос, гражданский это будет факультет или военный? Гражданский. Хороший выбор, парень. Гражданский. Итак,
Мы видим, это гражданский факультет и военная кафедра. Здравствуйте, я хочу поступить к вам. Ну здорово, сынок! Что мне нужно, чтобы поступить к вам? Назови мне 3 прилагательных, которые характеризуют тебя с лучшей стороны. Уважаемый зал, подскажите, пожалуйста, 3 прилагательных. Харизматичный, смелый, красивый. Спасибо. Я харизматичный, красивый так, и так. Смелый, да? Смелый. Так. Ну, молодец, нам такие подходят. Да, все. Ну, я поступил, да, получается? Нет, нет, нет. А что у тебя с физической подготовкой? Да, действительно. А что же у меня с физической подготовкой? Плохо, да? Понимаете, у меня с физической подготовкой... Нет, я вижу, все хорошо у тебя с физической подготовкой. Спасибо. Ну-ка же, мани мне двадцаточку быстро. Вон тебе пускай жмут, потому что давай, я не могу. Давай, сынок, сюда, двадцаточку. Слава богу, фу. Ну, я поступил, получается. Все, я поздравляю тебя, ты поступил спасибо. В наши ряды. Все, мы поступили, как и хотели. И дальше мы хотим узнать немного о нашем факультете. И, конечно, у кого же мы это узнаем? У наших старшекурсников. Итак. Ну, слушай, тут я недавно такой штучки научился. Хочешь послушать? Ну, давай. Зал, а чё молчим? Ничего не слышу. А где аплодисменты? Привет, ребят! Привет! Расскажите мне что-нибудь о этом факультете. А что конкретно тебя интересует? Да, действительно, а что конкретно меня может интересовать? Это может быть жизнь, спорт, учеба. Как кормят? Хороший вопрос. От худого парня. Как здесь кормят? Ну, про это мы можем тебе очень много сказать. Но как-нибудь потом. К сожалению, не получилось у нас узнать. Но в следующий раз мы обязательно это узнаем, и я решаю пойти на свою первую пару, в свой первый учебный день. Может, что-нибудь там и получится узнать. Здравствуйте, уважаемые студенты. Сегодня я вам расскажу очень важную теорему. Так, теорему... Какую теорему? Мне может рассказать преподаватель. Отвечают только военные. Котельникова. Так... Ну, теорема Котельникова очень интересная. Ее предложил сам Котельников. Ну, а дальше сами дочитайте. Ну, так что, ребят, вы можете рассказать мне что-нибудь? А что это за девушка? Как ее зовут? Как будут звать эту девушку? Елена. Какое красивое имя. Ну, я думаю, мы с ней когда-нибудь еще встретимся. И после сложного учебного дня я решаю просто прогуляться по парку. Я просто гуляю по парку и вижу, как наша прекрасная Елена гуляет с сумками. Как мы видим, она не может перейти через лужу, и у нее тяжелые сумки. Как мы ей поможем? Поможем поднести сумки или перенесем через лужу? Переснем. Поскольку мы курсанты, мы сделаем и то, и другое. А с какого ты факультета? А это вы узнаете в следующей части нашего рассказа.
И следующий номер хотелось бы показать. Стой! Стой, давай! Минуточку! Знаешь что? Нам надоело, что ты нас никуда не берешь. Постоянно. Мы, может, тоже хотим выступать? Я вас постоянно беру... Стой, все, хватит этих отговорок. Я набираю одному человеку, и тебе конец. Давай. Да. Тебе конец. Ты издеваешься или что? Ерунду какую-то говоришь. Я тебя сейчас тащу. Что ты сказал? Это ты сказал? Да, это я сказал. После слова «получишь» скажешь слово «Миша». Ты сейчас меня получишь. Миша. Перебил, тебе повезло. Да, что ты хотел? А знаешь, а я сегодня всем доволен. Ну вот, видишь, всем доволен. Ну, а чем конкретно? Ну, хотя бы тем, что ты дал мне слова. Вы издеваетесь или что? Ерундуй какой-то. Скажи хоть ты им что-нибудь. Это фиаско, братан. Бре! Вы издеваетесь или что? Чем вы занимаетесь? Это же смешно. Ну да, смешно. Тогда со смешного начнем. И с вами сборная военного факультета БГУИР по КВН. И мы начинаем. Когда девушка немного опоздала на свидание. Так, где она ходит постоянно? Привет, дорогой. Прости, я немного опоздала. Да, ничего страшного. Вот, держи цветы. Спасибо. А почему они завявшие? Ну, когда их покупал, они были свежие. Ну ладно, ничего страшного. Пошли. Вот зонтик только возьму. А зонтик тебе зачем? Погода же хорошая. Когда мы договорились встретиться, был дождь, если что. Ну ладно, неважно. Зато мы погуляем хоть с тобой. Ты сегодня с нами? Не, мужики, без вас сегодня. Однажды в больнице. Доктор, скажите, что с ним, пожалуйста? Что все так плохо? Не я оперировал, там мужики другое. Парень, девушка, тихий осенний вечер. А давай с тобой сыграем «Верю-не верю». А, давай. А я твой ноутбук разбила. Че, правда? Нет, я шучу, шучу. Фу, слава богу. Не, пойду проверю на всякий случай, это мало. Все думают, что военные несовременные, но мало кто знает, что некоторые фишки появились именно благодаря военным. А ну стоять, здесь нельзя снимать! Как мы все знаем, курсанты получают большую стипендию, но и они иногда переоценивают свои возможности. Дорогая, я пригласил тебя в этот замечательный ресторан. Заказывай все, что ты захочешь. Хочу вот это. Да, конечно. Вот официант, держите. Еще вот это. Да? Конечно. И вот это? Конечно, конечно, дорогая. Ну, еще вот это. Я сам помою сегодня, короче. Ремонт в квартире. Так, мужики, быстрее, сейчас все придут, быстрее убегаем, потом докрасим. Здравствуйте, в эфире школа ремонта. И мы сделаем в этой квартире самый замечательный ремонт. Случай на собеседовании. Почему никто не приходит на работу? Добрый день, я по поводу работы. Да, конечно, присаживайтесь, я вам многое о ней расскажу. Ну, во-первых, у нас большая зарплата. Как замечательно! Ну, во-вторых, у нас очень, очень быстрый карьерный рост. Ой, как здорово! В-третьих, у нас хороший коллектив. Отлично! Ну и как же без этого? У нас царит уважение. Ну и в конце, пацаны, нужно какую-то завершающую мощную точку поставить. В общем, спойте песню,
которая нравится абсолютно всем в этом зале. Подожди, ну не существует такой песни, чтобы нравилась абсолютно каждому. Вот именно. Ну, спойте все песни. Сейчас поем. Это можно. Бит, я свободен, Амстердам. Яное солнце и в голове моей туман. Когда я смотрю на небо, золотые купола, и Вите надо, надо, моя игра. Тамада, тает лед, и пусть теперь нас никто не найдет. Оптимист был на дне, и теперь ясны дни я оставлю лишь себе. Мотылек и мой рай, мама Люба, давай, давай. За жизнь! Давай, братан! С вами была сборная военного факультета КВР по КВН. Спасибо! Okay. Знаю, где-то есть тысячи мест, но я счастлив именно здесь. Налей, куда мне идти? Ну и в конце хотелось бы сказать спасибо всем тем, кто сегодня присутствовал в этом зале. Хотелось бы сказать первокурсникам спасибо за то, что они пришли на наш факультет. И поздравляю с тем, что они нашли настоящую, дружную, большую курсантскую семью. И хотелось бы пожелать им, чтобы они всегда были на крыльях. И эти крылья были крыльями удачи. Детство босоногое мое помнит, как пекло от раскаленных крыш в полдень, и весенний ветер надувал парус, пахнущий морями простыни. У меня под майкой голубок белый, я с утра сменял его на свой велик. Ох, и будет дома нагоняй, только нет меня счастливой в эти дни. Там, там высоко над землею кружит стая, если смотреть наверх, кружится голова. И мне так легко, словно это я летаю, и рядом только небо синего. Первая несмелая любовь, Оля, до рассвета вечер выпускной в школе, голуби которых я поднял в небо, губы чуть соленые от слез. Но казалось, будто в вышине синие птицы написали мне ее имя, чтобы эту память о любви собой, как ладанку пронес. Там, там высоко над землею кружит стая, если смотреть наверх, кружится голова. И мне так легко, словно это я летаю, и рядом то синева. Вот уже роняет желтый лист осень, укрывая бережно земли. Бросить старые привычки бережешь, свято мелочи приковывает взгляд.
Но когда с тоскою защемит сердце, я бегу навстречу со своим детством, поднимаю в небо голубей белых, словно много лет тому назад. Там, там высоко над землею кружит стая, если смотреть наверх, кружится голова. И мне так легко, словно это я летаю, и рядом только небо синего. На сцене был военный факультет. Удачи на крыльях, Бугаир!